Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, кто-то Фисташка, Нига, Каркарыч. Как всегда, очень много подписчиков. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Карта у нас FNAF 1. Пацанчики, девчонки, скажите какие-то офигенные слова. Всем привет! Служу вам. Здравствуй, желаю. С этой серии у нас будет аниматроник за охранников, который будет помогать нам и будет слушать наши команды. Как ты там говорил? Служу народу? Как ты там сказал? Я сказал, можно уволиться. А, может, нет, нельзя. Это запрос отклонен. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы пойдем. Аниматроник, шагай в наш офис. Смотрите, как он послушный. И пошел. Новую прошивку мы поставили. Ты на андроиде, да? Ребята, как все настроение классное. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся для вас придумать что-то интересное. Ну и пишите в комментариях, мы всегда внедряем то, что вы просите. Вот эта идея мне показалась очень интересной, когда есть аниматроник. Аниматроник, встань в угол, ты мешаешь нам. Вот смотрите, какой классный. Да ну не обижайся, все хорошо. Я же тебя сейчас ем. Ну а мы будем начинать. Она обязана нас защищать. Побежала. Не убивает, смотри, битва аниматроников происходит. Ай. Лети к нам, я тебе еще одну таблетку дам. Сейчас. У нас тут много есть. Так, не берите, это нашему охраннику. Закрылись. Где? Че? Во. Будь осторожен, слушай команду, что ж ты сам побежал вот так вот? Смотрите, стоят и глючат. А, у них же есть прикольные способности, чтобы какие-то анимации прикольные делать и звуки конченые издавать. Самые обидные я... Не бойся, все свои. Так, надо мне как-то переключать камеру. Во, Чика стоит. И глазами там тарахтит своими. Разозлился. Не ссы, мы так 100 раз делали. А если вот так... О, под углом, походу... О, работают камеры. Nice. Стоит, вот они, я их вижу. С левой стороны двое. Отойди. Так, давайте стул удалим, он будет только мешать нам. Соглашусь. Так, побежал на ту сторону, закрывай. Так, дверь закрыта, отлично. Блин, а почему ты не смог убить? Может, у них бессмертие включено или нет? Нет, я только по 200 хп наношу. А, у тебя аниматроник слабый. Может, давай тебе усилим? А ну на тебе это. Кто открыл калитку? Кто мне помешал пройти назад? Мне понравилось. Хорошо. Мы сейчас поменяем тактику. Мы сейчас дадим наш... Мы вас сейчас активируем более мощнее аниматроника. Мы сейчас найдем идеального, который будет служить нам. Так, ты готов кто-то? На тебе вообще мощного. Вот этот валит, походу, с одного раза. А ну! Иди замочи кого-нибудь. Затестируй его. Сможешь или не сможешь? Ждем. Эй, не бой! Извини! Ах ты ж! Кто-то убей Нигу! Yes. Его надо ликвидировать, он нам мешает проходить. Минус один аниматроник. О, ты красава! С одного раза валит или нет? Да, с одного. Отлично, мы пока закроемся, ребята, ждем. Нига бежит. Я вижу! Минус. Молодец, красава. Теперь у нас очень мощный защитник есть. Нас теперь никто не сможет убить. Ну что, давай, иди сюда. А может калитку откроете? Ой. Спасибо. Фу, я уже думал, это чужой. Я хотел сказать, что ж вы делаете? Как тебе этот аниматроник? А ну-ка, рассказывай. Какие впечатления о нем? Никаких, я понял. Одни эмоции. Ничего, лапища. Ну, под низом ты обычный эндоскелет, самый обыкновенный. Даже обычная головешка. Хочу хавать. Я пошел на кухню. Кто-то, принеси в жертву одного аниматроника. О, пошли вместе с нами, иди впереди, защищай нас, а мы делаем обход. Такого, надо придумать какие-то прикольные идеи. Так, у нас есть защитник впереди, не должен пострадать ни один охранник. Так, внимательно чекайте, ребята. Так. Вон там кто-то показался мне. Ёха, ломаный, ты чё так пугаешь? Так реально ты такой стрёмный. Серьезно, хочу закрыть двери, тут бас. Надо какого-то тебе дружелюбного взять. Не надо вот так. Так, все, на зарядке. Заряжается он чуть-чуть. Не, вот там... Вот розетка. Отойди. Ты от USB или от розетки зря? А, вот розетка, вижу. Все четенько. Так, они уже какие-то конченые звуки издают.
Так, а чё камера не крутится? Фокси! Это у нас жертвоприношение, кто-то должен умереть. А чё? О, телефон включили. Заряжен. Убей его, убей! Давай, ну! Я ничего не вижу. Миссия failed. Так, господи. Так, мне нужно двигать. Закрывайте двери все, закрывайте. Сейчас мы дадим очень опасного аниматроника. Надо уметь им пользоваться. Так, вот это аниматроник, который может ставать невидимый. Вот теперь ты очень... Погнал, красава. Молодец, во, это по-нашему. Я вижу, бегает тень, его видно. Такой псих. Еще раз. Вот это вообще мочишь ты. Это по-семейному. Ну что, теперь будет начинаться точно настоящий. Да кто-то! Он разошелся. А что ж вы слабинку даете, и он вас мочит сразу. Это слабинку. Так ты нас мочил, теперь наша очередь вас мочить. Да. Так это же ПВП, ты что думал? Выход. Давай, покажи, на что вы способны. Я вам дал невидимок там. Много штук. Мочите нас. Меня убили. Так, я вижу, они там ходят. Не открывайте эту дверь. Не открываем. А, я вижу, марионетка здесь ходит. Слышь, пошел вон отсюда, щенок. Смотрите, сидит. Откройте дверь! А где ты? Я вот, забежала. Закрываем дверь. Так, у нас энергия еще не села, отличненько. Дайте таблетку. Таблетку дать? Да. На, о, на тебе кабана большого. О, монстр просто. Кабанище. Давай, ты должен точно сейчас нас защитить. Погнал, смотри, какой псих. Давай. Ой. Извини, ты так прикольно умер, я тебя по хребту дверью зарядил. Это обстоятельства, извиняюсь. Я понял. Идет, это не наш челик. Где? Ау. Давайте просто сидеть за закрытыми дверями. Да блин, у нас батарея сядет. Или нет, я не знаю. Меня же не сядет. Тебя убили опять? Ладно, Нига, отомстил. Очень злой оказался. Почему тут пятки сверкают из потолка? Магия. Не, серьезно, почему тут пятки? Так, пока давайте посидим. Ой, а кто это в натуре? Эй, слышь, тебя видно. Помогите. Ты как туда залезла? Давайте поможем ему. На. Попей. Эй, вы что, будете теперь по очереди нас приходить мочить? Да. Я знаю, где ты живешь. Нет. Да. Ах, ты ж кто-то. Читерас. Красава. Мочи его. Их. Пойду я тоже помочу их. Окей. Ну чё? Минус каркарыч. А, вот так значит, хорошо. Я беру админский пистолет, раз я не могу аниматроника вас убить, я могу... Ох, черт. Так, ты кто-то, ты за кого играешь, чтобы я тебя не замочил? За этого мелкого, невидимого. Хорошо, я не буду по нему стрелять. Ау, меня все равно убили. Ай. Ой, извини. Так прикольно сальтуху прописал. Ребята, в конце мы решили сделать битву. Каждый сам за себя. Выиграет сильнейший. Кто умер, уже не участвует. Ждет, пока останется один единственный. Раз, два, три, битва началась. Ай. Убили уже, что ли? Все, ребята, мне кажется, я победил, да? Нет, один остался. Только так кто-то уже ж умер. Нет, я не умер. Знаете, кто победил? Победила дружба. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, выходите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!